Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні говоритимемо про перспективи розвитку овочівництва, а також познайомимося з досвідом впровадження інновацій на підприємстві «С-Росток» Миколаївського району. Це підприємство – відомий виробник овочевої продукції. Головний офіс компанії – у селі Іванівка Миколаївського району. Підприємство вирощує, зберігає і реалізує товари овочевої групи на українських та закордонних ринках. Вирощують так званий борщовий набір – цибуля, капуста різних сортів, морква, селера, томати та буряк. «С-Росток» вже давно є знаним гравцем галузі овочевиробництва не лише Миколаївської області, але й всього Південного регіону, маючи департаменти в Херсонській та Одеській областях. На сегодняшний день в компании «Росток» 600 гектаров земли, но наша география распространяется по югу Украины, это конкретно Одесская и Херсонская области. В совокупности под нами это более 3500 гектаров земли. Сегодня коллектив предприятия працює в полі. Отсеяли сейчас лук. На сегодняшний день идет посадка сельдерея из нашего рассадного комплекса в открытый грунт. Также культивируем поля, подготавливаем почву под дальнейшие посевы, свеклы и капусты рассадным способом. Рассада в теплицах, закрытых и открытых. В данной теплице у нас находится белокочанная капуста, которая сейчас в стадии двух семидольных листочков. Когда она, грубо говоря, дозреет? Когда она будет уже два полных листа, два настоящих листа. Сейчас здесь находится 3000 кассет. То есть для нашего, скажем так, выращивания у нас за сезон мы таких 6-7 теплиц накрываем. Вирощені врожаї реалізують не лише на вітчизняних ринках, але й активно надходять на експорт. Планируемый урожай в этом году 25 тысяч тонн, из которых мы планируем порядка 15 тысяч тонн вывести в экспорт. То есть есть уже контракты. Мы экспортировали порядка 12 стран в этом году. Сделали мы фокус на Среднюю Азию, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Другие, это лук в основном, один из самых экспортных, ну то есть самый высокий экспортный потенциал имеет лук. Потом мы сделали акцент на Ближний Восток, это Турция, это Ирак, это Сирия. Ближние зарубежья, это СНГ, это Азербайджан, это Грузия, немножечко Армения в этом году, и Белоруссия, Румыния, Молдова. Цікаво, що європейські смаки відчутно відрізняються від українських. Цибулю, чи не основну експортну позицію, купують переважно велику, в той час як українці полюбляють дрібну. Звичний нам буряк там взагалі дивина. В Європі свіклу не употребляють, борщі не їдять, тобто це більш специфічний продукт для них. Продукція підприємства надходить на полиці майже всіх торговельних мереж і супермаркетів Миколаївської області. Являємося поставщиками таких супермаркетов, ритейлеров, какие-то АТБ, Фози, это Метро Кэш энд Кэрри, потом это Брусничка, это еще такие маленькие локальные, это наши оптовые рынки, то есть мы везде присутствие имеет наша продукция. Через 2-3 тижні підприємство завершує цикл реалізації продукції минулорічного врожаю овочів. Такі тривалі терміни зберігання сільгосппродукції стали можливими через впроваджені на підприємстві інновації – спеціалізовані овочесховища. Ми не маємо проблеми з храненням продукції. На сьогоднішній день ми обезпечені во всіх наших департаментах. Це 45 тисяч тонн хранення ми маємо, які діляться на три види хранення. Це регулюємо газова середа, это фреоновое охлаждение и естественная рециркуляция. То есть вот три вида, в принципе, хранилища. Одно для сыпучих, там, где мы как когатным способом храним, есть естественная рециркуляция.
для таких культур, как пекинская капуста, белокочаны, где для долгосрочного хранения это регулируемая газовая среда, вот, и обычные, как на основе фреонового охлаждения, имеем еще хранилище. Для каждого культуры свои хранилища, свои условия и свой микроклимат подходит. Лук — это вот сухой должен быть воздух, и в основном очень сильно он должен продуваться. Если это морковь, это и свекла, у них в принципе у корнеплода схожие, это тоже очень влажно до 98%, температура от 0 до плюс 1. Если вы сможете такое сделать микроклимат, вы, как и мы, сможете успешно прохранить продукт до полугода, и он будет почти свежий, как с грядки. Это все внедрено, современные хранилища, регулируемая газовая среда. Овочесховища – це лише одне місце для впровадження новинок європейського овочівництва. Підприємство ЕС «Росток» активно впроваджує інновації всюди, де це оптимізуватиме процес товаровиробництва. Полуавтоматизация, да, это механическая работа. Тогда, когда мы за одновременно мы можем сажать, локально вносить удобрения, локально вносить пестициды, сразу при этом, кажется, стелить капельную систему, то есть это делает один и тот же агрегат, да, то есть это 4 операции мы делаем в одном. Плюс последующая защита, где проводится техническим способом, и уборка механизированная. То есть мы все овощи убираем механизированно. Естественно, это регулируемая газовая среда. Это достаточно, это очень новая технология, и она нам помогает сохранить продукт долгое время. Другие просто не в состоянии это сделать. Ну, нет. То, что мы внедряем, в принципе, это, наверное, больше касается менеджерского управления и там, стратегического развития. Потому что очень мало есть фермеров, которые могут сказать, где ты будешь там, в 2020 году. В нашей компании этот план есть, и мы знаем, куда мы идем. Ще одне вигідне нововведення – власна лабораторія, яка допомагає відстежувати весь період зростання рослин і контролювати якість власної продукції. В першу чергу ми повинні вирощувати якісний продукт. Это у нас есть собственная лаборатория, с прошлого года работает, это наше небольшое достижение, где мы отслеживаем полностью фитопатологии растения на пестициды, пестицидные нагрузки на тяжелые металлы, на нитраты, где мы это четко для себя отслеживаем, потому что мы кормим население, и это очень ответственное, как говорится, ноша, которую мы должны с достоинством и правильно ее нести. Сільгоспродукція завжди перевіряється особливо ретельно. То, что интересно для нашего покупателя, который кушает этот продукт, использует в различных блюдах, это нитраты обязательно, это пестициды, это соли тяжелых металлов, это радионуклиды и это ГМО. То есть вот это основные, это самые базовые основные параметры, которые наш продукт проходит. У нас есть своя лаборатория, благодаря которой мы контролируем пестицидные нагрузки. У нас вообще идет минимализация пестицидных нагрузок. Поэтому мы стараемся выращивать экопродукцию, которая абсолютно не вредит нашим покупателям, потребителям. Ждут ли нас на этих рынках, да, и какое качество необходимо предоставить потребителю? Естественно, к экспортному качеству всегда, к экспортному продукту в тех странах, куда мы экспортируем, то есть для них это импорт, естественно, более высокий, чем местный, который есть продукт у них. Требуются стандарты, требуются определенные, ну вот в общем ожидании у покупателя качество должно быть выше и лучше. В связи с этим мы приняли решение, что необходимо организовывать собственную лабораторию, чтобы не платить каким-то сторонним организациям и на 100% быть уверены. Причем качество контролировать нужно не в конце уже, когда готовый продукт лежит на складе, а на исходе, начиная, как ты семечку посеял в землю, и ты его выращиваешь. Вот. У нас есть своя лаборатория, свой фитопатолог, который, помимо того, что говорит о том, как конечное качество продукта там хорошее или не очень, или что-то у нас там не так, это раз. Хотя, к слову сказать, не так не может быть.
Миколаївщина – досить посушливий регіон. Багато культур, які потребують вологи, у нас вирощувати важко. Поля підприємства «С Росток» від пекучого сонця потерпають у меншій мірі. Рятує крапельне зрошення. На рішаємих землях це питання дуже важливе. Наша водно-меліораційна служба, вона, в принципі, працює достатньо хорошо, успішно за останні 5 років. Да? Тобто ми маємо 100% обеспечення води, але це питання, знаєте, кожен рік, от, кінець року в бюджеті немає грошей, треба закачувати воду. Тобто це, як би, ми проходимо це, як говориться, на іголках. Да? Но наша водная строй, которая обеспечивает нас на сегодняшний день 100% нашими потребностями по воде. Поэтому мы находимся на орошаемых землях. На полі ми бачили спеціальний фільтрувальний пункт, який додатково очищує підведену воду для поливу. Технології самые последние, которые могут быть в этой системе, это автоматический контроль водообеспечения, автоматический очистка фильтров, то есть это тогда, когда автоматически можно само удобрение распределяется, как говорится, не так, чтобы мы на глаз его давали, а сама система оборудования инжектора распределяет его в нужное количество, в нужных пропорциях на то или иное растение. Підприємство «С Росток» веде соціально спрямовану діяльність. Це проявляється у впровадженні ряду корисних для місцевої громади проєктів. Допомога школам, допомога харчовими продуктами, нашим бійцям на передовій та інші. Під нашим, як говориться, началом, це наші середні школи, які сьогоднішні, на сьогоднішній день знаходяться на нашій території. Це Нечаянська і Івановська середні школи. Вот, це в Івановці здесь детский сад, дошкільне учреждение. Ми обеспечуємо повне їхнє харчування в повному об'ємі. На сьогоднішній день зробили, отремонтировали, ще доставили детську площадку і в Нечаянном, і здесь у нас в детском саду. Ну, отремонтированы еще детские комнаты полностью, первый, второй этаж школы, заборы покрашены, посажены деревья. Один з недавніх соціально-корисних проєктів – ремонт у амбулаторії села Нечаяне. В закладі кілька років тому сталася пожежа. Місцева влада допомогла з ремонтом даху. Внутрішні ж роботи виконуються за сприяння підприємства «С Росток». Тепер амбулаторія має сучасний стоматологічний кабінет і дитяче відділення. Така діяльність гідна наслідування. Повністю дитячу консультацію зробили. І тут зараз дневний стаціонар будуть робити, і робити, верніше. І от це окна, двері міняють, там повністю. Сьогодні підприємство «С Росток» стабільно працює. Нарощує промислові потужності, розвивається. Колектив молодий. Загалом кадровому питанню приділяють чимало уваги. У нас є агрошкола, де ми совместно з Національним аграрним університетом в научно-технічний парк, де ми проводимо опити, де ми відслежуємо гібриди. Це більше 10 культур, порядка 100 гібридів різних різновидностей, в тому числі і українських селекцій, де ми проводимо роботи со студентами, потом идут отбор студентов, и на сегодняшний день за последний год нами было принято официально на работу 13 человек. На сегодняшний день благодаря этому у нас появилась возможность средний возраст кадров добиться до 25 лет. Я поцікавився у аграрів, чи дійсно сільське господарство загалом, виробництво сільгосппродукції може стати тим рушієм економіки, як про це постійно говорять на найвищому рівні. Фахівці підтвердили, перспективи є, але є і труднощі. Я скажу, що нет лучше і нет лучшого вложення, ніж в аграрний сектор. Чому? Тому що ви проїдетесь по хозяйству, посмотрите, це ми все, в принципі, добились на українській землі путем труда, путем, як говориться, новейших технологій. І дійсно,
вы убедитесь, что можно влаживать, и она может быть двигателем экономики в Украине. Но есть много других моментов, где я думаю, что нужно рисовать четкую дорожную карту. Почему? Потому что при таком количестве там, больше 20% плодородия, 1,5% пресной воды, конечно, она, безусловно, имеет большие возможности. Но, как я вам говорил, надо рисовать четкую дорожную карту, воспитывать по новейшим технологиям кадров, самому надо учиться. Образно кажучи, якщо говорити про економіку країни і агросектор як її потенційний рушій, локомотивом, рейками має стати нормальна податкова політика держави. В нашому світі лучший рельс – це налогова система страны, это то, что сейчас планируют реформировать отмену НДС. Это очень серьезный удар по бюджету, ну, нашему в первую очередь. Это проблема налогообложения. Мы снимаемся с единого фиксованного сельскохозяйственного податка, он отменяется и так далее. Понимаете? То есть вот эти рельсы, на которые мы можем развиваться, набрать скорость и быть конкурентными, к сожалению, их вот там дальше их убирают. И, скорее всего, то, что локомотив с этих рельс просто куда-то упадет, рухнет, и ничего этого не будет. Если это будет, возможно, будет пересмотр, и нас услышат, потому что огромное количество встреч и огромное количество месседжей мы пытаемся донести, но люди просто не слышат, не понимают, они делают свою политику, как им это выгодно. Потому что просто не слышат или не хотят слышать. Не получается равного диалога. Аграрії хотіли б більше розуміння і підтримки від держави, адже експортний потенціал країни величезний. Навіть зараз ми серед країн лідерів-експортерів. Якщо у нас буде діалог і буде партнерство, 100% да. Тому що у нас ті підприємства, які заботяться о землі, соблюдають цей його оборот, які на одному і тому ж полі, условно говоря, не сіють підсолнечник по 10 разів, да, а дають можливість плодородию почвы не уменьшаться, а увеличиваться в содержании гумуса, да, это плодородие, которое есть. И земля очень благодарная, не знаю, субстанция какая-то. Если ты туда в нее вложишь, она тебе обязательно дает. И те предприятия, которые этим занимаются, они достигают очень высокой эффективности и очень высокой урожайности. И действительно, у нас еще в стране, в Николаевской области в том числе, есть земли, которые плохо обрабатываются, они там невысокие урожайности, что-то с ней происходит и так далее. Если это поставить, компании потихоньку развиваются, то 100% нам есть куда расти, и я думаю, 100 миллионов тонн экспортного земля без ущерба для нашего внутреннего населения. Звичайно, з огляду на цьогорічні коливання вартості добрив і палива, овочева продукція теж може додати у ціні. Мы свою себестоимость рассчитываем минимально, чтобы быть конкурентными и на внешнем рынке, и на внутреннем, и держаться на плаву. Но при этом у нас должно быть большое качество. На что мы тратим? В первую очередь это семена. Потому что если мы хотим получить европейского качества продукт, мы должны покупать европейские семена. К сожалению, так. Наша сейчас селекция не позволяет нам работать и получать качественный урожай. Наша селекция продает такие семена, когда у тебя один лук будет вот таким, другой вот таким, капуста одна вот такая, другая вот такая, у тебя бардак на поле. При том при всем, что когда ты покупаешь, тебе рекламируют очень хорошие семена. Второй момент – это средства защиты растений. Это все дорого. Третий момент – это удобрения. Газ подорожал, наши цены, інфляція і так далі, є кое-які, все це зав'язано долар. І наостанок про ціни на овочі у наших магазинах. Аграрії визнають, важко, однак різких стрибків цін не чекають. Наш бюджет, він формується за счет імпортних сімян, тобто зарубіжних сімян, пестицидів, ви знаєте, в тому числі і удобрення. Все оно ориентировано на валюту, на твердую валюту, как доллар. Поэтому, безусловно, очень сложно. Тогда, когда 70% бюджетообразования в нашей себестоимости – это валюта.
Поэтому, но мы, в принципе, так как бы не унываем. В этом году мы существенно нарастили экспорт, что нам позволило привлекать валютную выручку, и, в принципе, мы достаточно стабильны на сегодняшний день. Безусловно, будет, но мы, в принципе, не ожидаем такого, как бы мы не бегаем соотношением к доллару, да. Мы все-таки отечественные производители и рассчитываем на, как говорится, выращиваем продукцию в Украине, и мы такого существенного роста в 3 раза в овощном сегменте не видим. То есть, да, в принципе, ну вот, как все подорожает, я думаю, что меньше всего овощи подорожает. Мы в этом году перегнали по экспорту Канаду. Мы это Украина? Мы это Украина. Николаевская область играет заметную роль. Конечно, заметную роль. И очень много компаний, которые в зерновой группе очень успешные, развиваются. Что касается овощеводов, может быть, их не так много, но предпосылки есть, и есть компании, которые развиваются. В овощном бизнесе чем сложно развиваться, потому что там нет такой стабильности, как в зерновом. Почему? Потому что, если вы вспомните, 2 года назад по 40 копеек была продукция при себестоимости рубль 20, рубль 50. Значит, не выгодно. Просто, дешевле просто оставить. Два года подряд фермеры просто становились банкротами. Вот только прошлый год, да, в конце сезона какие-то были высокие цены, действительно, они помогли фермеру немножечко как-то встать на ноги, иначе, я думаю, тоже б не выжили, мы просто, ну, закрили предприятие. Сьогодні, не дивлячись на всі негаразди з економічною ситуацією в країні, підприємство «С Росток» працює у нормальному режимі, щоб восени зібрати належний врожай овочів традиційного борщового набору. Час програми «Південні лани» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Творча група телеканалу «Миколаїв» бажає вам приємного вечора. Всього найкращого!